Всем хай! С вами Бульдог. Сегодня я решил, в честь того, что у меня набралось уже 5 подписчиков, я понимаю, конечно, что это уже мало, но для меня это уже прогресс. В честь этого я хочу создать новую рубрику на своем канале. Она называется «Надо подкачаться». В этой рубрике я буду делать видео на тех танках, у которых будет, например, уже опыта достаточно много, чтобы купить новый танк, то есть докачаться до следующего уровня. Вот, например, на Крузер 3. Я хотел сделать видео еще и с Крузером 4, с КВ-1С, но, к несчастью, когда у меня было время это сделать, у меня не получилось. Так что я делаю видео по Крузер 4. Танк третьего уровня. Начнем бой. Ого, аж 3 крузера. Что это было? Что это было? Ладно, не важно. Похоже, интернет залагал чутка. Чиха. Спасибо, а куда попал? Ха! Я в плюсе. И... О! Теперь он точно в минусе. У него и хп меньше. Но скорострельность у него побольше. Получше, точнее. Ой-ой-ой! Давай, вылезай! Что, страшно, да? Так. Если сейчас придет подмога, то мне ничего не получится. Ой-ё! Так. Я выиграл немного. Ой-ё! Вот гады. Не умеют вообще играть. Вообще играть не умеют. 5, 4, 3, 2, 1. Добрый вечер! Иллюминат получился. Что за дыра там? Так, главное выдержать. О, да. А теперь... До свидания. О! И в итоге... Я в плюсе. Так, надо бы зарядку добавить. Но, поскольку я делаю видео...
Иллюминат какой-то. Так, иллюминат. Точно иллюминатий. Их всего двое осталось, а нас четверо. И самое смешное то, что я против двух нубиков. Ну, похоже, это просто нубы были, которые рашить не умеют. Так, самое главное, иллюминатий. Сила иллюминатия. Да твою же! О, нет. Даже мои лаги не помогли. Точнее, да, даже из-за лагов я не проиграл. Теперь... Ой. Ладно, зайдем. Ага, он не АФК. Значит, нужно осторожно рашить. Так. Так. Так, все. Зарашили. Братан? А, ну хотя тебе помощь не нужна. Ура! Я победил. И бой закончился иллюминатием. Да. Теперь я буду называть те моменты, когда у меня лаги. Иллюминатии. О-о-о! Тащим, тащим. О. Чат. Чё там, братан? Ладно, сейчас поболтаем с этим игроком. А пока... Па-да-дан-дан, па-да-дан-дан, бум. Так. И... Юху! Хоть танк и плохой, но все отлично. Ну что ж, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал. И пишите в комментах, какую рубрику можно придумать. И понравилась ли вам эта рубрика, и нужно ли ее продолжать. Всем удачи, всем пока. С вами был Бульдог.